Блок преимуществ, о котором сегодня пойдет речь, функция в конструкторе уже далеко не новая, однако именно в этом релизе она получила свежее прочтение. В меню новой строки находим соответствующий блок, кликаем настройки и сразу видим, что здесь появился новый вариант отображения блока. А вот настройки вида сохранили привычный облик. Из улучшений появилась возможность добавления подзаголовка и кликабельной кнопки с ссылкой внутри. В разделе «Вид карточек», кроме стандартных отступов, можно при необходимости еще и включить галочкой иконки или отключить текстовое описание в категориях. С применением фонового рисунка, настройками анимации и адаптивностью мобильного отображения все традиционно и полностью тождественно настройкам других блоков, например, как у Кордеона или хронологического древа. В контентной части теперь доступна детализация функции кнопки, выбор ее размера, вида и названия. Ниже идут разделы с индивидуальными настройками для каждой категории блока, где можно отдельно выбрать фоновый цвет и прозрачность. Кроме того, здесь, как и раньше, можно скрывать и удалять карточки. Нажав на кнопку «Предпросмотр», можем визуально оценить, как выглядит полноценно настроенный блок преимуществ на сайте.